Итак, всем доброго времени суток, дорогие друзья, и у нас новая серия по игре My Garage. Так, ну и что, у нас все, что новое, это хорошо забытое старое. Давно я очень не снимал ролики, и у нас сегодня будет серия по обновлению в игре My Garage. Так, ну что у нас тут по обновлению? У нас появилась новая тачка. Вот она, через окошко можно на нее посмотреть, но мы съездим с вами, сходим, точнее, на БУ рыночек. Посмотрим, возможно, у нас там будет как раз такая же тачечка, только в не очень хорошем состоянии. Сейчас посмотрим, и, возможно, мы прикупим, если у нас хватит на это нашего бюджета. У нас всего лишь 10 тысяч долларов сейчас есть с собой, так сказать. Ага. Мерседес у нас не заспавнился, но у нас F100 с какой-то фишечкой на крыше заспавнился. Мотоцикл раздолбанный. Такси, прикольно. Такси Марсель. F100. Так, ладно. Пойдем тогда в гараж, посмотрим, что у нас за вещь этот Мерседес. И я так думаю, поставим на него сегодня же автоматическую коробку передач, потому что автомат на нем смотрится намного круче. Что еще по обновлению? Я тут вижу, какой-то компьютер. Не знаю, что он делает, вообще непонятно. Create Dector Icon. Не знаю, что тут можно вообще делать. Меню, About, Shutdown, Reset. Короче, непонятно, что тут с этим компьютером делать. И у нас вот такой вот прекраснейший Mercedes. Капотик открывается, тут в идеальном состоянии у нас движочек дизельный, как вы уже, наверное, знаете по другим роликам по этой игре. Вот такой вот прекраснейший белоснежный салон, и цвет у нас баклажан, ну прям как у бандитов из 90-х. Я вообще предлагаю, что сделать с этой тачкой. Как минимум, это мы купим коробку автомат, понятное дело, и поехать прикупить какие-нибудь крутецкие дисочки на этот автомобиль. Съездим мы с вами на пляжик, туда к механику, и прикупим какие-нибудь диски крутые. Так, меня еще смущает, что у нас тут механика. Я так думаю, в скором времени мы поставим сюда автоматик. Да, дизелечек этот тащит просто на ура. Немножко нас занесло с непривычки. Тяга на низах такая жесткая у этого Мерса вообще. Ну, выше 4000, точнее, его крутить нету смысла, потому что это у нас дизельный двигатель. Но зато тут можно втыкнуть пятую и ехать как на автомате себе спокойно, совершенно, никуда не спеша, разгоняться потихонечку. В принципе, такая скорость как раз и приемлемая у нас для наших путешествий, так сказать. Да, ну и я так думаю, у дизеля по топливу он немного ест, так что тут у нас немножко локации поменялись, добавилось заборчик и все остальное. Прикольненько, прикольно. Так, ну что тут? Заезжаем. Сразу будем грузить, паркуемся вот сюда, чтобы грузить десочки. И сейчас подберем какие-нибудь красивые тапочки для нашего Мерсика. Глушим движок. И пошли посмотрим, какие диски. А вы напишите в комментариях, какие диски круче всего смотрелись на данном автомобиле. Я вообще думал взять, возможно, вот эти вот типа BBS-ы. Я так думаю, они к ним. А, они 14 радиуса и 4-спицевые под 4-палую ступицу. А у нас какая, кстати, ступица, непонятно. 5-болтовая ступица. Они нам не подходят. Эти диски только для жих подходят, к сожалению, так сказать. Ну, можно вот такие вот поставить, 15-е диски. Я думаю, смотреться они будут прикольненько на данном автомобиле. Раз, два, три, четыре. Купили 4 диска. Это у нас 15-е. Сейчас посмотрим, что у нас здесь по резине есть. 15-е. Интересного.
Возможно, какие-то спортивные тапочки. Так, что у нас тут по резине? Это у нас 14, 16, 15, 14. Блин, 15 только с вайтволом есть. Это 15 не подойдет нам на автомобильчик, к сожалению. Но, короче, забираем сейчас эти диски. Я так думаю, выглядеть они будут пристойно на данном автомобиле. Мы как раз можем и примерить. Ну, в принципе, я думаю, будет неплохо. Неплохо смотреться. Открываем багажничек. И посмотрим, сколько дисков у нас влезет нам в багажник. Это еще ж без резины. Без ничего такого. Так. Два нам зашло. Давай еще третий. А, 4 диска, я думаю, должно стать. Сюда на тачку. Багажник не закроется. Короче, ладно. Последний диск положу назад. Багажник все равно не закрывается. А, 2 диска только поместилось, и то. И то с трудом. Что-то багажник не закрывается до конца. Невместительный багажник у Мерседеса оказался. Так, у нас тут есть стеклоподъемнички даже. Как они работают, я еще не знаю. Поехали потихоньку к нашему гаражу. Выложим диски и, наверное, поедем за резиной. Хотя, в принципе, у нас может и эта резина подойти с наших. Блин, вот это был полет, конечно, прикол. Я даже не ожидал такого, я ни на одной тачке тут не подлетал вообще. Какой бы скоростью не ехал. Интересно, интересно. Летчик еще тот, этот Мерседесик. И, возможно, кстати, мы сегодня еще съездим с вами на ралли. А, возможно, это будет уже в следующей серии. Так, ну что. Подъезжаем мы к нашему дому почти. Не, ну Мерседесик, конечно, пушка гонка вообще. Главное его не разложить сейчас, пока домой доедем, потому что он у нас просто в идеальном состоянии. Максимально идеальный Мерс. Выкладываем сейчас диски по бырику. Что у нас по топливу? Что у нас по топливу? А, у нас показатель топлива аж сверху. А, по топливу у нас, в принципе, достаточно. Достаточно, чтобы покататься немножко. Так, ну что. Диски выложим сейчас. И будем ехать дальше. По резине. Открываем багажник. Не знаю, кстати, зайдут эти диски на этот Мерс или на стандартных его оставить. Непонятно. Как по мне, то и стандартные неплохо смотрятся, но как-то сильно скучно. Это я включил ручник? Да, на включенном ручнике такая тяга мощная прям вообще. Так, сейчас покупаем 15-ю резину. Да, какая-то у него коллизия такая, блин, скачет он как не в себя. Так, глушимся, ставим на ручничок. Этот ножник, конечно, плохо, что не переделан из прошлого. О, кстати, мерседесовские диски. А, у него 16-е диски. Так что резина с них нам бы не подошла все равно. Так, вот 15-я у нас резина. Это HL. Ну, это 14-е все. 16-е, 15-е только тут у нас. И то есть низкий профиль,
Есть стандартная и очень высокая. Наверное, стандартную возьмем. 4 диска. 4, точнее, покрышки. Так, вылет мы делать не будем пока ему. По свечам, свечи там дизели немножко не такие, как в бензиновых автомобильчиках. Так, закидываем тогда резину нашу в салон. Потому что багажник у нас небольшой. Мне кажется, даже в Жиге у нас багажничек побольше будет, чем в нашем Мерсике. Так. И, возможно, на 15 дисках он будет смотреться нелепым, потому что они меньше, чем даже заводские. Ну, сейчас мы как раз это и проверим. И так как мы будем загонять нашу машинку на подъемничек, подсветка такая красивая, просто желтая. Даже со второй трогается, все нормально вообще, без каких-либо проблем. Так, а бернаут получится сделать на нем? Нет, тормоза не держат его. Слишком мощный низовой мотор. Так, загоняем тачку на подъемник сразу же. Все, поставили, глушим наручничок. И погнали выгружать нашу резину. Сразу с этой стороны будем ее брать и ставить на диски. Ну блин, что, мне кажется, должно немного так поспортивней смотреться на данном автомобиле такой вид дисков. Но мы сейчас это как раз и проверим. Как-то маловато у нас стандартных дисков. Это и так диски с мода, так сказать. Так что не хватает немножко такого чего-нибудь интересненького. Так, сложим этот диск наперед. И крайняя наша покрышка. Так. Все, отлично. Все 4 покрышки у нас есть. Осталось тачку поднять, фары потушить. Отлично. Отлично. Есть. Двери закрываем. Немножко вытянем. Все супер. Все, можно поднимать. Заодно и посмотрим, что там у нас же находится под самим автомобилем. Так, ну что тут по компоновочке у нас? Тут все стандартно, подрамничек, передняя ходовая часть, двигатель, поддон такой здоровый, двигатель тоже большой. Коробочка у нас передач, выхлопная система такая сложная, сложная. Так, еще надо немножко приподнять. Тут у нас привода. Интересно, реализовано заднее. У нас задний привод по приводам. Но теперь я так думаю, что если у нас появилась вся привод на задние от моста, который идет, так у нас скоро, возможно, и появится чистый передний привод. Но об этом, наверное, не скоро можно будет рассчитывать. Так, ключик гаечный. Так как я запустил новую игру, то тут все разбросано. Абсолютно непонятно. Откручиваем. Так, и ставим такой диск. Да, блин, если честно, такие дисочки то прикольно смотрятся, но они какие-то вообще маленькие, масенькие, масенькие для этого автомобиля. Но не знаю. На первое время поставим их, а дальше будет видно. Возможно, какие-нибудь другие дисочки установлю сюда. Уже без записи видео. Так. Что-то еще там пооткручивал, непонятно что. Закручиваем.
Отлично. Но, возможно, у нас скорость улучшится на данных покрышках, потому что они меньше, их легче крутить, они тоньше. Так что посмотрим. Так, ну что, диски у нас на базе, так сказать. Все прикручено, отпускаем нашу тачку. Посмотрим, как она смотрится теперь на таких дисках. Да, их еще надо подкачать. Да, маловаты диски, конечно. Сейчас немножко приподнимем. Накачаем наши колесика. Где наш насос? Берем насос, ищем нипеля. И качаем до максимума. Думаю, хватит. Да, но зато так видно тормозной диск, есть ли на нем выработка или нету. Сразу же, так сказать, с такими дисками. Но у молодого парнишки на какие диски хватило, на такие он и поставил свой Мерин. Так, ну что, будем пробовать выезжать. Фух, подумал, уже фонарь задний разбил. Как-то. Лапы убирать не буду, потому что, возможно, сейчас заедем обратно на подъемничек. Сможем и выехать. Да, сможем выехать, только... Блин. Лапы нам все равно мешают, так что ставим на ручник. Блин, теперь отсюда. О, еле вылез. Или колесо нам это мешало, непонятно. Сейчас убираем их и пытаемся опять-таки выехать. Как раз у нас дождик. Затестируем нашу систему в один дворник. Так, надо как-то окно закрыть. Пока на нем нету тонировки, непонятно, когда оно закрыто, когда открыто. Да, тачка, конечно, чувствуется бодрее. Но эти колесика сюда вообще не подходят. Ну, будем знать, что минимум 17-е сюда идут дисочки. Ну, либо надо было брать очень высокую резину. Вот такая вот серия у нас получилась с вами, парни. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.